Синдзюку Гёен – это парк, расположенный между специальными районами Синдзюку и Сибуя в городе Токио, Японии. Он занимает территорию в 58 гектаров. Вот. В период Эдо сёгун пожаловал эти земли даймё Найто Цуруга, который завершил строительство сада в этом месте в 1772 году. В 1906 году сад перешел под контроль управления императорского двора Японии. В наше время он является одним из известнейших японских садов. Синдзюку Гёен более 100 тысяч деревьев. И круглый год можно наблюдать цветение различных цветов. Весной сливы, белые магнолии и сакуры. Летом распускаются гортензии, гордения и мирт. Осенью цветут нильские лилии, леспедица, оливковые деревья, хризантемы, а зимой зимние камелии и сакура. Домашние и дикие животные в парк не допускаются. Также нельзя брать с собой велосипеды и алкогольные напитки. Запрещено кататься на роликовых коньках, играть в бадминтон и футбол. Парк находится в 5 минутах ходьбы от станции Синдзюку Гёймай на линии метро Маруноучи на красной линии, от станции Синдзюку Санчоми на линии Фукутошин, станции Кокурицу Кёгидзё на линии Оэдо и станции Сендагая на линии Чуособу оператора JR. Плата за вход составляет 500 йен за первые 3 часа. Ну, после 3 часов за каждые 3 минуты взимается дополнительно 100 йен. Но я не знаю, как они контролируют, потому что на выходе никто не следит за билетами. Мы посетили парк в конце марта, в период цветения цветов сакуры. Впервые мы были в саду Синдзюку Гёен в 1994 году и смогли посетить этот парк через 25 лет. Посмотрите на один из прекрасных японских садов в Синдзюку Гёен. Субтитры сделал DimaTorzok
Алғаш медикі баттава көмдер тұн тұр репетчар. Трагедия. Ұсылы ебар бет. Это выясняется.